Алло, алло, прием. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами вновь Казука Family, и мы потихонечку продолжаем Half-Life 2. Скорее всего, эта часть будет не такой большой, как предыдущая. Ну, в принципе, присаживайтесь поудобнее. У меня просто прервался стрим в прошлый раз. А мы, в принципе, погоним коней, да? Надеюсь, все будет чики-пуки. Очень нам эта зараза не хочет дать проехать, да? А мы эту заразу должны учить. Тихо, подожди-ка. Какой же он? Как сказать? Злой чувачело, да? Я не знаю, если меня плохо будет слышно или будет пропадать звук микрофона, то извините, это уже, наверное, технические неполадки, но главное, что вы видите игру, и главное, что все окей. Подожди, а там был проход? Нет. Ага. Эта зараза не дает проходить. К сожалению. Какой же он, сучка, злой. Ай-яй-яй-яй-яй. А я проеду вот так. Ты не сможешь бомбы закидывать именно так. С тобой будет жесток весь этот виртуальный мир. Кто за тебя бы рад был? Кто круче остальных? Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, чикен-чикен-чикен-бот, бот, воу-воу. Террорист-ви, Windows enemy. Get away, and you chicken run away. Get away. Так, подожди, мне кажется, или там приколюха? Там ничего. А я не умру? Блять! Куда ж ты лезешь? В смысле? Серьезно? Мне нужно было просто уничтожить, а я думал, можно туда залезть. А что там? Серьезно? Ладушки. Воу. Тихо, блин. Что это за... Ну, хотя бы получилось почти с первого раза. От слова почти, ну да ладно, да? Ну зык, надо какой-то другой, ну зык. Я тебе отвечаю, ну зык. Ай, больно. А больно, сэмпайо. Сэмпайо майнайо. Воу, он, кстати, блин. Ну почему? Твою мать, почему именно какую-то приколюху я пропускаю там, где именно мне это надо. Кошмар. Этот уродец становится все опаснее и опаснее. Мне это не нравится. Да пошел ты, мана, в патла, мана. Иди. Он стреляет, сучка. Я не хотел, чтобы эта сучка стреляла.
засранец, чертов, мать твою. Воу. Парни, парни, полегче. Я вас, конечно, как сказать, к вам привыкаю, но не настолько, чтобы вы мне башню сносили, сволочи. Ой, ой, больно. О, больно, махая моя. Да подожди, а там... Там же проход будет. А-а-а, там еще лестница. Ё-моё. Да блин, не наступай ты на радиацию. Опасный уровень радиации. Я понимаю. Я хочу посмотреть, может там какая-нибудь... Приколюха есть. Это вот вопрос. Энергия. Кота Бориса, да? Энергия это хорошо. Энергия это всегда круто. А как нам спуститься? Какой же он плохой, а? Пошел мана в задницу, мана. Сволочь там она такая, а? Как же он моей смерти желает, сволочь. Блин. Оу. Плохо дело. Ай-я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 й, ну! Твою же мать! Ты серьезно? А как я проеду? Блять. Это было больно. Мы уже почти добрались до черной мессы. Воу. Я понимаю, что... Твою мать. Этот парень хочет мне сделать ахалай-махалай, ну блин. Не в мою смену, придурок. Ай, больно. Сволочь такая. Он же сволочь. Ох, какая же она сволочь, а. Сволочь, блин. Так, я так понимаю, что нам сюда надо будет кидать кучу мусора, да? Угу. А я так понимаю, что куча мусора это очень много мусора. Ладно. Воу, парень. Полегче. Ладненько. А этот парень, который любит жизнь, да? А этот парень, который любит жить. Чё, серьезно, только так? А как мне самому спуститься? Безопасно. Хлоп. Хлоп. Так, я так понимаю, что нам сюда. Ага. Эй, вы же Фримен, верно? Да. Не верю собственным глазам. Доктор Гордон Фримен собственной персоной. Да, бой, открывай. Вы как раз вовремя, док? Нам нужно уйти, пока комбайны нас не обнаружили. Мы как раз готовимся сняться с места. После
решим. Нам нужно сворачивать лагерь и уходить. Приветствую, Фриман. Здорово, Вартигонт. Я покажу вашу задачу. Да что-то вы дохрена задач мне показываете, профессор. Вот, взгляните сюда. Это дамба. Она прямо по курсу. На старый ГЭС прячется Элай. Рукой подать от дамбы. Но попасть туда с этой вертушкой охотником на хвосте, считайте, почти нереально. Хорошие новости. Вартигонт что-то там шаманит под вашим катером. Так что он станет помощнее. Кажется, он уже заканчивает. Выходите. Выхожу. Блин, у меня мышка почему-то здесь работает вообще херово. Ускорение движения. А, указатели. Давай на тройку поставим. Шустрее будет, нет? Или нет? Ну вот и мы. Мы сняли эту пушку с такого же охотника, как и твой враг. Какая ирония, просто душа радуется. Сбейте вертушку, и сможете прорваться к базе Элая. Фримен должен взять это оружие, иначе он пожалеет об этом. Ну? Пуканчик у тебя немножко подгорел. Так. Пока. Мужики такого много не ожидали, да? Мужики, пока. Ой. Ай. Патроны закончились, вот эти сучки. Пока. Где-то, походу, еще вертуган. Ой, бля. Там бочка была. Умно. Катер, не катер. Такс. Воу. Да разрушь ты эту... Что-то мы разрушили нормально. Так.
Данкс. А мы там проедем? Чё за нафиг? Воу! Противные какие штуки. И все? Серьезно? Я шел радио. 20 и чего-то там. Ну ладушки. Такс. Парни так радостно меня встречают. Аж просто обалдеть. Так. Твою мать! Да, у нас, видимо, не совсем все клеится. Блин! Твою мать, два этих штукенцы, твою мать! Блин, а я могу их проехать или нет? Ха, значит могу. Валим. Так, стоп, а тупик где? И походу здесь, да? Твою мать. Ха. Ну и начинается самый замес. Эта тварь.
Блин. Где эта тварь? Я ее не вижу. Как-то очень далеко он сваливает. Сволочь, у меня не очень быстро восстанавливается эта штукенция. Он прям злится, я смотрю. Где он? Вот он. Да ёпарасите. Нет! Твою же мать. Так, отлично. Да блин, я не попал. Блять, не сюда рви когти, мать твою. Все. Пока. А, интересный поворот. Вот и приколюхи можно собрать. Так, энергия. Что еще? Где мы еще могли приколюхи не собрать? Опять энергия. О, подожди. Опять батарейка. Батарейка. Нашей любви. Села батарейка. Вот там энергия, что ли? Блин. А я прям зоркий глаз. Нету камня. Так. Ага, там еще движухи всякие, да? Да, я был прав. О, отличненько, соточка. Соточка. О, красиво, однако, да? Мне нравится, однако, тут вид. Да ёпарасите. Да ёпарасите. Так. А как же мы, наверное, играем с подмигом?
надо, получается, сюда. И туда мы прыгали, да? Прыгай ты, мать твою. Пацаны. А чё вы тут забыли, пацаны? Пацаны явно тут что-то забыли. А почему, хрен его знает, да? Где второй был? Оу. А чё я не могу подобрать все-то подсольнички? Максимум трёшечка, что ли? Он же печаль. Его максимум. Как такое возможно, чтобы у меня был всего максимум? Так это грустно, что у меня все практически по максимуму. И энергия, и патроны. Да, пацаны, с вами слишком сложно жить. Я думал, он сейчас это... Все себе силы истратит, однако. Там же пацанов больше не будет? По вопросу, зачем мне спускаться с той стороны? А, ну чтобы ближе приехать на штучки. Я-то, в принципе, не против. Так, иди-ка. Подняться нигде можно будет. Стоп. Пиц. А, все, вижу. Стоп, я же спустил ее. А, ну точно. Мне показалось, что я ее не спустил. Красота. Красота. Неописуемая. Надо как жестко встав... Вау! Блин, этот видок прям офигенный, я бы сказал.
справиться. Так. Чего? Подожди, мне показалось, или тут приколюха, или нет? Или это просто, типа, ничего? Значит, все-таки никаких приколюх нету, да? Мы что-то засекли. Так, это человек. Ау, расслабьтесь, вы в безопасности. Вы должны извинить нас за сканирование. Мы не можем рисковать. Доктор Фримен? Гордон Фримен? Это вы? Вы добрались так быстро? Представляю себе изумление и облегчение Элая. Я доктор Мосман, Джудит Мосман. Я слышала о вас задолго до инцидента с черной мезой. А, черная меза. Я так вам завидую, что вы работали с Элаем и Клайнером в них величие. Ага, вот так. Теперь можно пройти. Я отведу вас к Элаю. Он меня не простит, если я вас задержу. Ну давай. Не простит, простит. Нам точно нужна дополнительная помощь. Мы много сделали за последнее время, но все шло бы быстрее, будь у нас больше людей с твоим опытом. Мы близки к созданию надежной технологии местной телепортации, что пока недоступно Альянсу. Элай полагает, что их порталы основаны на струнном эффекте, как наш Калабиял. Но они не учли коэффициент в уравнении темной энергии. Они могут телепортироваться из своей вселенной, но здесь уже зависит от местной транспортации. Знали бы они о нашей работе с завихрениями. Да, послушайте меня только. Я говорю, как юная аспирантка. Не могу поверить, что наконец-то мы будем работать вместе. Кнопку жми. Так о чем это я? А, да. Доктор Клайнер добился такого зен-сжатия, что никто в черной мезе не поверил. Мы выяснили, как использовать зен в качестве скрытой оси для рывка через пространство. Так что можно облететь вокруг пограничного мира и вернуться, не пересекая местное пространство. А вот и Элай. Молодец, продолжай. Элай, смотри, кого я нашла в шлюзе. Гордон Фримен, дай-ка мне взглянуть на тебя. Господи, да ты ни капли не изменился. Как тебе это удается? Так-так, в последний раз я отправил тебя за помощью после каскадного резонанса. Ха, я и подумать не мог, что на это уйдет столько времени. Добро пожаловать в лабораторию. Это не черная меза, но тоже неплохо. Теперь с Гордоном все будет почти как в черной мезе. Твоя правда. В наши дни выпускники MIT большая редкость. Давай снимем с тебя защитный костюм и оденем тебя в родной лабораторный халат. Сейчас я тут закончу и посмотрю, что тут можно придумать. Доктор Фримен, это огромная честь для меня. Я сгораю от нетерпения работать с вами. Чувствую себя как дома. Бухло есть? Бухлишка, мужик. Элай. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру-ту. Икс. И чё тут делать, мужики? Ага. О! О, Гордон! В Артигонте сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил.
Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Подколол. Папаня. Живая игра. Во второй части. Посмотри-ка на это, Гордон. Чё? Та самая фигня? Ты об этом? Текс. Опля. Алекс. Я-то думала, ты на посту. Вортигонт отпустили меня, чтобы я смогла увидеть Гордона. В любом случае, я должна работать над порталом. Ремонтные работы под контролем. Кто-то недооценил Тиристера Альянса. Ха, ты обвиняешь меня? Нет, вовсе нет. Проблема в расчетах, а не в оборудовании. Тогда, наверное, в следующий раз лучше доверить мне не только установку, но и расчеты. Алекс, хватит же. Иногда мне кажется, ты притворяешься, будто не понимаешь меня. Алекс... Почему бы тебе не научить Гордона обращаться с гравитационной пушкой? Пошли, Гордон, немного повеселимся. Манипулятор энергополя нулевого уровня не игрушка, Алекс. Пошли отсюда. Пошли. Она бесит. Согласен. Пристрелил бы ее, сволочь, такую, эдакую. Итак, ты теперь знаком с доктором Мосман. Я провожу столько времени снаружи, во многом благодаря ей. Слышал бы ты ее жужжание о том, что это она должна была быть в тестовой камере черной мезы. Извини, я не должна сплетничать за ее спиной. Меня просто слегка мучает клаустрофобия. Понимаю. Это старая дорога в Рейвенхольм. По ней давно никто не ходил. Старый добрый Рейвенхольм. Да? Пошли. Пошли. Я не против, пошли. Мы пришли. Это свалка. Это гравипушка, о которой говорил отец. Можешь называть ее манипулятором энергетического поля с нулевым уровнем, если хочешь. Окей. Она создана для работы с опасными материалами. Но мы в основном используем ее для поднятия грузов. Попробуй. Первый рычаг выбрасывает разряд. И можно сильно толкать предметы. Оказалось, что это удобно для разминирования. Ага. Старым рычагом можно брать вещи, а бросать первым. Если ты что-нибудь поднял и хочешь положить, нажми на второй рычаг еще раз. Подними предмет и брось ему. Да, подожди-ка. Во. Еще можно подтянуть далекий предмет. Попробуй захватить бочки на верхнем выступе. Ладно. О, там этот. Зарядка Хев из старой первой части. Погнали, чё? С псом меня познакомишь. Хлоп. Да, я позову пса. Он любит команду опор.
Пёс, ко мне! Хороший пёсик! Гордон, это пёс. Мой отец сделал его для меня, когда я была ребёнком. Первая модель была вот так узенькая. Но я его немного нарастила, да, пёс? Хорошо, пёс. Поиграй с Гордоном. Тебе понадобится гравипушка. Давай, пёс, бросай! Игра с пёсиком. А. Бросай ещё, пёс. Я не успел. Давай. О. Молодец. Ещё раз, пёс. Давай. Отлично. Давай, пёс, бросай. Игры разума. Вот же, блин. И где? Бросай, пёс. Я не про тебя вообще. Уймись. Ой, блин. Надо вернуться в лабораторию, Гордон. Валим. Валим, 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 валим. Папа, это Алекс. Как слышно? Алекс, дорогуша. Что там происходит? Алекс, где ты? Мы застряли в шлюзе мусорного отсека. Гордон все еще с тобой? Он здесь. Хорошо, вы двое должны. Папа? Уводи Гордона отсюда, идите на берег. Не идите через раф. Папа? Папа? Черт! Пес, открой шлюз, вытащи нас отсюда. Ха. Давай, быстрее! Разбей ее, если нужно, только открой. Хватит, пес. Давай, Гордон! Пошли! Гордон, тебе нужно уходить отсюда. Я не могу бросить отца. Пёс, проводи Гордона в Ревенхольмский туннель и вернись ко мне. Быстрее! Не понял, это куда идти к тебе? А, сюда? Окей.
Пока. Да. Эй, а как на эту гравипушку-то поменять? Оу. Здорово. Коль не шутишь. Ёпарный сэр. Так. Значит, будет самый интересный эпизод. Уже, считай, практически скоро, да? Мы не ходим в Ревенхольм. Да. Вот и получается Ревенхольм. Интересный эпизодик. Ага. То есть теперь физику по полной используем, да? Так, подождите. Мужики, вы где? А, вот он. А где еще был зомбичелло? Больше нигде? Так, подожди. Воу. Блин. Да. Ага. Гори и умри, падла. А они иногда не умирают как надо, я не знаю почему. Сволочи такие. Двое. В смысле? Хрена один-то не сдох. Сволочи. Реально падлы какие-то. Неумираемые. Ага. Я понял, что у них нет света. А, они идут сюда? Тогда просто обождать. Пока их это херо... Ага. Не надейся, жертрез. Ну вот. Так, подожди. Вот о чем я и имел в виду. Текс. Ждем. Я так понимаю, что этот олень был не один, да? Так, подожди-ка, я гранатку хочу кинуть. Туда закинуть. Что-то мне не нравится этот звук. Это где они идут? Твою мать! Я что-то не знал, что эти поднимутся.
сволочь. Пузатенькая. Воу. Где еще один? Где там? Сволочи. Гаечный ключ их не возьмет, это стопудово. Вымедлительные задницы. Ага. Воу. Это хорошо. Блин, дробовика, кстати, нету нифига. Это плохо. Это тоже встать хочется? Подожди-ка. In the field in the frost, I'm everywhere at home. Ту-ду-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду-ду. Та-да-та-да-та. Свист газа. Тикс. Ага. Ты ко мне не иди, сволочь. А кто это? Еще одна метущаяся душа? Я присмотрю за тобой. Больше я ничего не могу обещать. Мне не надо твоих обещаний, мужичок. Больше никого тут нету. Или есть? Блин, фонарь быстро заканчивается, просто обосраться. Так. Тут, в принципе, мне эти понадобятся, бочонки. Бочонки у мальчонки, да? Опаля. А как зажечь, мужик? Подожди. Ладненько. Зажечь мы, наверное, всегда успеем, да? Он же сволочи. Паскуда. Так, подожди, обратно можно включить? Гори, девочки. Горите. Ну, не знаю, кого-то там ебать, или как ты там говоришь. Собираешься, да? Да. In the wind and the fly. Где там остальные, кстати, твари? Мужики, я вам сюрприз принес, мужики. Сюда идите, мужики. Троечка, давай. Так, один умер. Второй умер. И третий умер, да? Прикольно ловушки использовать против зомбарей. Ага. Вопрос в другом. А как выключить чертово электричество? Вопрос. Ой, я слишком далеко кинул. Походу. Это плохо.
Подожди-ка. В смысле? А как отрубать эту фигню? Двигатель. Кому двигатель? Ага. Подожди, тут током бьется, а как это проходить-то? Я что-то забыл. 57. Что-то я немного... перестал понимать суть происходящего. Очень интересно. А где это все вырубается, вопрос? Ляха-муха. Подожди. Стоп, это понятно. Стоп, я же не пройду. Это ж не вариант пройти, или вариант, подожди. И... я слишком тупой? Или я что-то не так делаю? Или туда нужно прям... ляха-муха. Да ёпарасы ты. Ты чё? Нет. Я что-то не так делаю. А что я не так делаю? Там нычка какая-то. Это все замыкает. Это понятно. Блин. Какая невнимательная жопа я, а? Утрили. Сволочи. Блин. Давай, давай, давай. Иногда эти хедкрабы остаются. Я, блин, офигеваю всего этого. Так, подожди-ка. Так. Серьезно? Так, подожди-ка. Валим. Так, затихает хедкраб и... и... congratulations. Так. Сволочь! Маленькая сволочь.
Дика. Блин, и хиткрап остался. Какого? Так, эти жесткие твари. Ты посмотри, какая живучая сучка. Нифига себе. Ты сколько патронов на этих упырей? Кошмар. Так, а там что-то есть? Это же дверь заперли не просто так? Или просто? Так. Чё, обходной путь? Рили? Ладно. Стоп, они там прибавились, добавились? Хрен тебе, сосунок. Вот сосунки. Блядь. Внимание, крови обнаружено ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Твою же мать. Все? Как я мог на эту хрень попасть? Я вообще в шоке, не понимаю. На эту гребаную хрень. Какой стон. Особо нравится этот звук. Не знаю, как вам. Но мне он... Капец, как не нравится. Вот этот звук. Отлично, брат мой. Используй мои ловушки, но смотри, сам не попадись в них. Сзади! В Ревенхолме нужно быть бдительным. Понятно, мужик, спасибо. Благодарочка, да? А дальше куда? Сюда? Ух ты, мать, вот так. Там кто-то внизу ходил. Я это прекрасно видел. И не один жопа с ручками. Походу несколько. Ладно. Ты посмотри, какая живучая падла. Низкорослая жопа с ручкой. Ага, понятно. Так, подожди-ка. Я больше не смогу ничего притянуть. Блин. У меня больше ничего притягательного нету, да? Блять. Да, блин. Твою мать. Бля.
Бляха-муха. Ну, хотя бы сколько-то задел. И то хорошо. Не всех, конечно, но... Так, подожди-ка. Так-то лучше, Григорий. Ты уже встречал мою паству. Мужик, да это паства, это толком и не назовешь. Хрень. И не только ядовитая хрень, блин. Так, подожди, а... Тут тупик? Блин. Что-то мне кажется, не зря столько банок дают. Только банок зря не дают, это явно. Так. Бляха-муха. Это ты, брат. Прошу прощения. Ничего страшного. Мои пули — это цветочки для тебя. Да ёб твою же мать. Я не... Блядь! Вот же вы, суки, взяли... Все-таки затронули, а? Блядь, я не знал, что просто эти зомби там. Хотя нет, кого-то зацепило. Не всех, конечно, но все же зацепило. Где эта мразь? Серьезно? Ты еще жива? Хрен тебе. Да ладно. Ни хрена себе живучая. У них чё, огнеустойчивость к чему-то? Охренеть просто. Поблизости. Офигеть, а я чё, зря сюда упал? Блин. Ай. Блин. Нет, бочка. Ты мне нужна. Да. Ёпарасете. Да. Блять, как тут физика работает. Прекрасно, в кавычках. И пусть меня зовут сумасшедшим. Ведь ты есть моя помощь, сила и спасение. Блять. Блин, там бочки нету. Это жесть.
Так, подожди-ка. Ну тут же... Да. Тут прям по хардкору, да? Да. Весело, что сказать. Воу! Ребятки, да, что-то прям... До хрена, я скажу. Бляха-муха. Ах ты сука! Я так и знал, что это... Дрянь меня зацепит. Они все там сдохли. А что я в них кидал? Почему у меня... О, блин. Уже черт. Сволочи. Да. Трэш. Блин. Из 1% я поднял аптечку. Дурдом. Просто дурдом. Твою же мать. Твою мать. Эти твари-то жесткие, я припоминаю. Во всех планах. Хамуха. Да ёпрасы ты. Блядь. Ах, какого хрена я сюда попёр? Ради вот этого? А, ну хотя... Если только... Серьезно? Ради... Ради аптечек и патронов? Что-то как-то охотно верится. Дурдом. Да бля, муха. Оу. Сюда, брат. Мать. Подойди ближе. Ты расшевелил ад. Это мне по вкусу. Вот, у меня есть оружие получше. Тебе пригодится. Лови. Хорошо. Держи это в секрете. Вот тебе мой совет. Целься в голову. Они идут. В Ревенхолме нет покоя. Иди, встретимся в церкви. Ну, дай мне прекратить твои муки. Я помню твои истины. Блять! Сдохни, мразь! Выйти, блядь! Блядь! А вот это жестко! Ах ты! Мало того, что они еще, суки, ядовитые, эти твари. Блядь, это еще не конец.
Да сдохни, мразь. Давай, прыгнешь. Ах ты, сука. Сдохни ты. Там вызывает ебаный лифт. Ебаться, сраться. Сколько можно? Пиздец тут трешня происходит. Просто обосраться. Так, подожди, а... Куда второй делся этот? Это просто какая-то трешня. Бляха-муха. Трешня, трешня. Цветы, цветы. Блять, это жесткая тварь. Блять. Я ж надеюсь, она до конца хоть сдохла. Ебанулся. Идите нахуй. Как мне теперь валить отсюда нахрен? Блять. Сдохни, мразь. Серьезно? Гребаный тупик? Блять, очково, сука. Что тупик, блять? Ох, тупики, тупичочки, да? Это типа намек на то, чтобы бочку использовать, да? И где эта тварь? Вот. Твою же мать. Пидор. Внимание, крови обнаружено ОВИ. Да блять. Зацепляй же ты эту. Сучка. Твари ебаные, блять. Где эта пидораска? Давай. Галимая. Твою же мать. Бать, ты жесткий тип. Да. Да пошла ты в бочку с медом. Кто их кидает, вот вопрос. Ага, вижу. Нихуя себе! Тебе похуй почти было. Ублюдок. Ну похуй было, похуй. Ладно. Мы зомбарей почти не трогаем. Зомбари трогают нас. Да? Так, подожди-ка. Блять, куда ты? Подожди. Еще одна? Нахуй пошла. Да сука, ты посмотри, какая живучая падла. Какие падлы живучие, блин.
Я манал просто. Ты подожди, а как мне ее поднять? Так, ну мне ее не только надо поднять. Сучка. Там падла была, я видел. Подожди, а как нам добраться до той стороны-то? Не тот рычажок? Или я не туда добрался? А почему вопрос не туда? Где-то падла. Да ты посмотри, она смерть чувствует. Мой запас исчерпан. В смысле? Да сдохни ты, тварь. Сколько тебя убивать, мразь тупая. Вопрос в другом совсем. Да я хамуха. Нахер иди. Почему мне никто не сказал, что мне надо сюда идти? Стоп, подожди. Блять, мне надо двинуть было рычаг в другую сторону. Вы серьезно? Твою же мать. Ладно, сдохли так и на том хорошо. Подожди, у меня пистолет закончился, вы серьезно? Супер. У меня все нафиг позаканчивалось, ну что за фигня? Это просто офигеть. О май гад, о факин гад, да? Это плохой звук. Твою мать! Я помню твою истину. Твою же мать. Они сюда не придут? Или придут? Твою же мать. Ага. Я не знаю, правда, что это слово значит, что это... Ага. Да ёб твою... Блять. Да сдохните. Кто взял? На какую хрень я трачу свои запасы, а? На вот такую хрень? Так, ладненько, я сейчас сохранюсь. Да, народ, я понимаю, что не так много вышло стрима, в принципе, сколько там, часик чем-то, но мы уже увидимся в следующем стриме отсюда, а всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, с вами был Казуко Фэмили, всем спасибо за внимание, всем пока-пока!